Виталий Кличко у нас в студии. Самый вероятный победитель в мэрских выборах. Самый вероятный получатель кресла мэра столицы. Виталий. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Я думаю, что вероятность вашей победы настолько высока, что вы наверняка уже мозговали, думали, с чего начнете. Кулаки чешутся. Какие, допустим, первые 5 шагов, о которых мы можем говорить? Вы знаете, так много вещей, которые необходимо сделать. Я сегодня был, в первую очередь, сегодня еще Крещатик закрыт. Было занято здание Киевской городской администрации. Мы понимаем, что необходимо входить, необходимо депутатам принимать решения, необходимо принимать присягу, обещать то, что они, находясь на своем месте, будут работать в интересах города, в интересах киевлян. Нам необходимо принимать ключевые решения. Но прежде чем начинать, нам необходимо знать, как строится дом на фундаменте, в каких условиях мы приняли город. Нам необходимо сделать такое, знаете, понимание, в каком состоянии мы его приняли, и отталкиваться от этого, так называемый аудит, и отталкиваться от него, зная, что мы какие можем достичь результаты. Во-первых, проблем о них знают все киевляне. Например, с чего начнете? Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, медицина, освита. У нас очень много направлений, но ни одно из направлений мы не сможем сделать, если мы не сможем сделать команду эффективную. И в первую очередь не поборем коррупцию, потому что сегодняшний день, по оценкам экспертов, более 1/3 бюджета находится в тени. Виталий, автомобилисты Киева ждут, конечно же, открытия проезда через Майдан Независимости. Вы пообещали им такую возможность, пообещали, что уговорите людей, которые там сейчас находятся. Давайте посмотрим, что они об этом думают, об этом вашем заявлении. Виталий, так когда разберут баррикады на Майдане? Я уверен, что Майдан исполнил свою функцию, и ключевые составляющие, которые произошли в государстве, мы сегодня имеем легитимного президента. Мы избрали сегодня киевскую власть, также и легитимный Киевсовет, мэра. Нам необходимо на сегодняшний день возвращаться и стараться понижать градус в обществе. Нам необходимо сделать сегодня реформы. Нам необходимо реализовывать все те ожидания, которые были так долго у людей. Ведь баррикады – это зеркальное отражение. В Киеве баррикады, стоят такие баррикады, в восточных регионах. Я думаю, что нужно постепенно начинать возвращаться к нормальной жизни. Ну вот по поводу нормальной жизни. За вас отдали голоса больше половины киевлян. За вашего политического партнера Петра Порошенко больше половины всех украинцев. Вероятно, высочайший градус надежды на вас. Как правило, за этим следует максимальное разочарование. Вот ваши прогнозы. Я понимаю, что сложно сейчас говорить о каких-то сроках, но как вы видите это улучшение ситуации? Я понимаю, колоссальная надежда, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы произошло разочарование. Мы объединились, обращаемся к украинцам, к политикам. На сегодняшний день не время, когда мы должны перетягивать канаты, одеяло, бороться за кресло и так далее. Мы должны объединиться на сегодняшний день, и Восток, и Запад. Мы должны совместно объединиться в борьбе против коррупции, для того, чтобы реформы эти состоялись. Я уверен, что у нас не так много времени, тем более, что эти выборы, например, в Киевский городской совет были на 1,5 года, досрочные выборы. И за этот промежуток времени, за 500 дней, нужно показать результат, который киевляне смогут увидеть, ощутить. В первую очередь, я думаю, что мы можем уже говорить о каких-то шагах, которые были сделаны через следующие 100 дней. Вот по поводу технологий, как бы, решений и проведения их в жизни. Как вы думаете, совместит Верховная Рада пост мэра и пост главы город-администрации? Если нет, то что будете делать? Естественно, прошлая власть разделила полномочия, так как представителя партии регионов не было на посаду городского головы. И поэтому, как говорил пан Назаров, мэр имеет только лишь репрезентативную функцию. Нам сегодня киевляне дают мэру полномочия, они надеются на него, что реформы будут проходить, что жизнь в городе Киеве изменится в лучшую сторону. И с этим связана возможность мэра реализовывать. Административная вертикаль должна быть под мэром, и он должен иметь влияние на бюджет города, на формирование бюджета. И в связи с этим нам необходимо объединить вновь, как это было, чтобы главу администрации и мэра города Киева, как это было в законе про столицу до этого. Уверен, что Верховный Совет, к большому сожалению, трижды провалил этот законопроект. Мы будем снова выносить и обращаться к депутатам, поддержать его. Если они не поддержат, то уверен, что президент будет обязан назначить мэра главой
городской администрации. Виталий Кличко, вероятнее всего, будущий мэр Киева. Виталий, так когда разберут баррикады на Майдане? Я уверен, что Майдан исполнил свою функцию. И ключевые составляющие, которые произошли в государстве, мы сегодня имеем легитимного президента. Мы избрали сегодня киевскую власть, также и легитимный Киевсовет, мэра. Нам необходимо на сегодняшний день возвращаться и стараться понижать градус в обществе. Нам необходимо сделать сегодня реформы. Нам необходимо реализовывать все те ожидания, которые были так долго у людей. Ведь баррикады – это зеркальное отражение. В Киеве баррикады, стоят такие баррикады, в восточных регионах. Я думаю, что нужно постепенно начинать возвращаться к нормальной жизни. Ну вот по поводу нормальной жизни. За вас отдали голоса больше половины киевлян. За вашего политического партнера Петра Порошенко больше половины всех украинцев. Вероятно, высочайший градус надежды на вас. Как правило, за этим следует максимальное разочарование. Вот ваши прогнозы. Я понимаю, что сложно сейчас говорить о каких-то сроках, но как вы видите это улучшение ситуации? Я понимаю, колоссальная надежда, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы произошло разочарование. Мы объединились, мы обращаемся к украинцам, к политикам. На сегодняшний день не время, когда мы должны перетягивать канаты, одеяло, бороться за кресло и так далее. Мы должны объединиться на сегодняшний день, и Восток, и Запад. Мы должны совместно объединиться в борьбе против коррупции, для того, чтобы реформы эти состоялись. Я уверен, что у нас не так много времени, тем более, что эти выборы, например, в Киевский городской совет были на 1,5 года, досрочные выборы. И за этот промежуток времени, за 500 дней нужно показать результат, который киевляне смогут увидеть, ощутить. В первую очередь, я думаю, что мы можем уже говорить о каких-то шагах, которые были сделаны через следующие 100 дней. Вот по поводу технологии, как бы, решений и проведения их в жизни. Как вы думаете, совместит Верховная Рада пост мэра и пост главы город-администрации? Если нет, то что будете делать? Естественно, прошлое власть разделила полномочия, так как представителя партии регионов не было на посаду городского головы. И поэтому, как говорил пан Назаров, мэр имеет только лишь репрезентативную функцию. Нам сегодня киевляне дают мэру полномочия, они надеются на него, что реформы будут проходить, что жизнь в городе Киеве изменится в лучшую сторону. И с этим связана возможность мэра реализовывать. Административная вертикаль должна быть под мэром, и он должен иметь влияние на бюджет города, на формирование бюджета. И в связи с этим нам необходимо объединить вновь, как это было, чтобы главу администрации и мэра города Киева, как это было в законе про столицу до этого. Уверен, что Верховный Совет, к большому сожалению, трижды провалил этот законопроект. Мы будем снова выносить и обращаться к депутатам, поддержать его. Если они не поддержат, то уверен, что президент будет обязан назначить мэра главой городской администрации. Виталий Кличко, вероятнее всего, будущий мэр Киева.